I was about 600 kilometers from Moscow when I found this place. It was peaceful there. I felt well. Maybe I should have stayed longer. But I couldn't. I had a job to finish. I decided to remember this place, to visit it again. After the hospital, I began to think about finding a quiet place where I could feel good. In our province, life is quiet too, but it makes me want to throw up. Nothing changes. They make trouble if you're not like them. You could go mad in no time. I found a good job. In summer, I was a bodyguard for a big shot. His name was Mansour. He liked that I was a champion. When he asked me to find that guy, I couldn't refuse. I'd been on the road a month, and now I knew where he was. Старший лейтенант Белов, ваши документы. Из Саратова? Из Саратова. Давно уехали? С месяц назад. Что, много времени свободного? Да я в отпуске. Чем занимаетесь? Осматриваю достопримечательности Москвы. А шлем-то где? У нас за такой шлем штраф 200 рублей.
It was Valera who found the job for me. He worked for Mansour for a long time. Then he took the money and disappeared. Stupid. He really thought they wouldn't find him. I should have killed him when he didn't have the money. But I gave him another chance. I don't know why I did that. I'd beaten up a lot of guys before, but I never killed anyone. I know Mansour killed a few. He said it was easy. Спала, что ли? Ага. А сколько время? Не знаю, часов 10, наверное. У тебя же были часы. Были, сплыли. Ладно, я достал то, что ты просила. Что ты достал? Адрес, дура, проснись. Покажи. Он здесь. Покажи. Я что, дурак, что ли? Знаешь, сколько он стоит? Как ты его достал? У меня друг работает в Шереметьево. У него парень знакомый в Штаты летает. Ну, он и привез. Вообще-то трудновато было. Сколько ты за него хочешь? Ну, ты сказал, что любые бабки заплатишь. Дебил, сколько? Ну, сама понимаешь. Другу надо. Тот-то привозил. Ну, и я не задарма работал. Еще раз спрашиваю, сколько? Ну, я думаю, 1,5 штуки хватит. Сколько? 1,5 штуки. У меня нет таких денег. Не надо было орать тогда. Адрес, ей нужен адрес. У меня нет таких денег. Не можешь иностранца подцепить, что ли, какой-нибудь? Подсоси, он тебе $100 даст. А сам не хочешь пососать? Поговори еще. Успокойся, я тебе достану деньги. Ну, смотри.